Матвиенко заявила, что Путин поднял Россию с колен и должен иметь право стать президентом. Можно сколь угодно долго Вальку красные трусы критиковать и так далее, но лучше этого не делать, да? Лучше ватникам, которые той же пользуются риторикой, задать вопрос, который мы не можем Вальке красные трусы задать. А как же Путин поднял с колен? В чем это выразилось? Ну, поднял с колен. В чем это, сука, выражается? Да? Вот это главное спросить у ватников. Ну, может, народ населения в России стало больше? Нет. Народ вымер. Ну, экономика, может быть, стала больше. Так, только ВВП в 2,5 раза сократился. Да, ну, они скажут, что это в долларах, какая разница. И в целых цифрах. Во всем сократился. Может быть, доходы людей больше стали. Но это вообще смешно, да. Может быть, самоубийств меньше. Да нет, кратно больше самоубийств. Полицаев, может, меньше стало. Кратно больше полицаев. Может быть, преступлений от этого меньше стало, что полицаев больше. Нет, кратно больше преступлений. Может быть, колбасой накормили вас, сука, которую вы все хотели при коммунистах. Да? Из мяса колбаса? Нет, из говна. Из пальмового масла колбаса есть, да, накормили пальмовым маслом, от которого все дохнут, блядь. И пищевой химией накормили. Может, войны нет? Войны-то нет, наверное? Так нет, есть война. И террористы какие-то есть, да. И в Украине война идет. Приходится там путинским за русский мир чалиться, да. И в Сирии, так еще и в Африке, и везде нас вову Путин втянул. Так может быть, вот все показатели, которые были у нас, может быть, они обнулились. Не сроки Путина, может быть, обнулились они вместе со сроками Путина, все показатели. Когда-то же были какие-то хоть показатели. Сейчас нет никаких, сейчас все близко к нулю. Жуть какая-то. Вот пишут про засланцев различных. Вы засланцев знаете, как можете сейчас идентифицировать очень хорошо? Тот, кто будет предлагать идти и проголосовать против, это или дурак, или засланец. Имейте в виду, нельзя этих людей слушать. Вот тот, кто будет предлагать продолжать в эту игру с Путиным играть, там на выборы идти, еще что-то, нет, все. То есть сейчас только жесткое отмежевание вообще от всего путинского. Только жесткий бойкот.